В Раполово отравились олени. Мать и сын. Олениха погибла сразу. За жизнь олененка борются врачи. Все случилось накануне на территории Центра помощи диким животным. Как рассказывают сотрудники, кто-то подкинул туда мусор. Семья оленя разворошила пакет, и, видимо, животные что-то съели. Взрослой самке стало плохо, спасти ее не успели. Олениха скончалась в течение получаса. В злополучных пакетах был необычный бытовой мусор, а таблетки и остатки бытовой химии. Олененок мы сейчас в клинике, ну, вроде более-менее. Скорее всего, будет жить у нас. Планировалась операция, но вроде как все двигаться стало у него. У него инородное тело пищевое. Скорее всего, наверное, не будет операции. Состояние малыша ветеринары оценивают как тяжелое. Он под постоянным наблюдением. Кто и зачем выбросил пакет с опасным мусором в оленем вольере в Раполово, пока не ясно. Виновных не нашли.